Всем привет, с вами проект MultiQuet. У нас сегодня 30 марта, и мы сегодня поговорим о спорте. Но немножечко сюжет необычный. Все, кто меня знают, благодаря моему каналу, в основном мои абоненты, что я сам работаю в сфере спорта. Вот. Поэтому, конечно же, та статья, на которую я вчера случайно, скажем так, попал, не могла не оставить меня равнодушным. Как все знают, это что-то необходимое. Это необходимое для людей, которые хотят вести здоровый образ жизни. Но, к сожалению, как мы знаем, и в спорте тоже бывают такие моменты, которые приходят, знаете, с таких теневых сил. Давайте посмотрим. Вот мы сидим здесь, да, и вот ребята играют в футбол, здорово, мальчики как бы тренируются, все отлично, да, вот. Но о том, о чем я хотел поговорить с вами, это о тех кроссовках, которые пустили вчера в продажу. Я вам оставлю внизу этого видео, в описании оставлю вам линк на эти кроссовки. То есть эти кроссовки называются Satan Shoes, что в переводе кроссовки дьявола. Их пустили в продажу с рекламой рэпера. Я даже не помню, как его зовут. Как-то там Lin XS, что-то такое. Вот. И суть этих кроссовков в том, даже не суть, а теневая такая не совсем приятная вещь в этих кроссовках, что они содержат человеческую кровь. То есть до чего деградация некоторых людей дошла интеллектуально, я имею в виду, что они в кроссовки решили внедрить человеческую кровь. Я не понимаю, зачем это надо. Вот, именуются они как-то там, значит, три шестерки, там что-то такое, от какой-то фирмы, причем это сделано на основе Nike Air 97 года вроде. Вот. Сама фирма Nike, она, естественно, опровергла, она сказала, что она в этом вообще не участвовала, но я не могу понять, если даже эта фирма такого масштаба не участвовала, почему она вообще разрешила, чтобы с помощью кроссовок, которые были ей разработаны, вот такое вот ничтожество сделали. Не могу понять. Вот. Это о том, о том, что многие-многие сферы нашей жизни должны обязательно быть чем-то запачканы. Будь это сфера политическая, экономическая, культурная, да, и вот и спорт, естественно, не исключение, к сожалению. Я надеюсь, что эти кроссовки как минимум вообще не продадутся, вот, а те, кто их купил, ну, что я могу сказать, хотелось бы, чтобы этого просто не было, даже нечего сказать. Там еще в статье было написано, что первые, кто заказал эти кроссовки, это сатанистская, значит, церковь. Ну, как не без этого, да? Вот. Многие даже думают, что это только в фильмах происходит, да? Вот. На самом деле это все есть. Откуда это идет? Это идет, опять-таки, из США, да? Вот эта страна, на которую многие хотят равняться, да? То есть понятно, что там есть и хорошее, ну, последние года, вот честно я вам скажу, вот признаюсь, совсем немало плохого оттуда идет. Вот, поэтому мы решили сделать это видео, чтобы немножко людей проинформировать. Западный мир, в котором многие живут, миллионы, да, он, скажем так, предоставляет свободу слова, да, свободу действий. И, как вы видите, даже дойдя вот до такой деградации, никто не запретил этим кроссовкам появиться на рынке продаж, рынке маркетинга, да, это такой международный маркетинг. Это говорит о том, что
мы в таком мире сейчас, где особо никаких не осталось ценностей. Вот. Слава богу, у кого-то они остались, да. Я имею в виду в том смысле, что эти ценности, они, конечно, разделены на разные части. Вот. И наша роль, чтобы, значит, такие вот, когда вот такие вот вещи происходят, наша роль просто информировать людей, чтобы они тоже информировали остальных. И чтобы просто это не доходило до наших детей и других поколений. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Оставляйте лайки, оставляйте комменты. Всегда будем рады, если вы подпишитесь на наш канал. Вот. А мы будем продолжать вещать на разные темы. Кстати, кто не знает, наш канал, он на разных языках. Поэтому вы можете просто зайти в плейлист, и вы там найдете разные сюжеты на разные темы, на разных языках. Вот. Отсюда и название канала Multifluent. Вот. На этом хочу вам всем пожелать хорошего здоровья. Да хранит вас Господь, и до новых встреч.